Ну что, геймеры, всем так вы там, да, всем привет, привет, привет. С вами Дангар, вы на канале Уголок Геймера, и у нас странный мужик на экране, блин, который, как-то видите, хоп, хоп, и мы как лазерный мечом, кстати, свои опа, указкой двигаем. Так, надо, главное, чтобы сейчас, дайте я посмотрю по округе. Да, нормально все. С геймпадом получается, ну-ка. Да. Так, там запись идет. Раз, два, проверка. Да. Ну давайте, я на самом деле очень такого хотел эту игрушку попробовать, потому что я знаю... Эй, стоп, я знаю разработчиков этой игры, ребята. И хочу сказать то, что... Так, ну давайте вот так все ставим, окей. Calibrate VR. Ну я думаю, у нас и так Calibrate, а? Ну, практически, так что не будем особо заморачиваться. А почему он у нас так, а? Нет, я хочу вот так целиться, не вот так вот целиться. Стоп, настройки. Так. А, ну. Так. Ой. Уй, маленький мы так... Не-не, ну ладно, давайте. Сделаем. Оп-оп. Нормально, так мы присаживаемся, он тоже присаживается. Ну ладно. Мне странно то, что я вот так вот управляю, то есть я направляю ниже. Новая игра. Я общался, короче, с этими разработчиками когда-то года 3 назад в NVIDIA, так. Не, ну мы с пистолетом будем, я не люблю. Оружием таким. ESS Meridian. В VR. Да я понял, все эпично, все круто, но мы хотим-то экшона уже. Так, давай. Git Effect 2. Они выпускали раньше... Эй, о чем так высоко? Activate the visual cortex. Leave the rest of the brain blocked for now. Are you sure it's worth it, doctor? The order said... Stop it. Так. I already told you that the extermination order will apply to this subject. Okay, да. Лунар, следите за светом. Now to the left. Теперь влево. And to the right. Теперь вправо. Put the whole brain to sleep. Он хорошо, он проснулся. Несколько часов спустя. Can you hear me? Ой. Wake up. What? I'm up here. Stand up. Careful. Я встал. Что вы? You're still too weak. But you're gonna make it. Не можешь делать это, у нас временная слабость. Ой. А, это, короче, так же перемещаться, как и... Oh, no. You're bleeding. Ой, вот это плохо, а. You have to use the medichamber. Ох. Короче, я долго в эту игру не смогу играть, я знаю себя. После ее укачает очень сильно, ребята. Дум какой-то, блин, а? Тут надо, короче, знаете, типа сам ходишь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нельзя сделать так, чтобы я перемещался, типа, ну, там, кстати. Нет, тут не то. И это тоже не то будет, короче, да. Так, а как нам присесть? Так, задача, используйте медкамеру. Да, ну мы можем так двигаться. What are you waiting for? Вон You'll она. Bleed to death. Ух, ух, ребят. Ну, на самом деле, это вроде как... Было бы хорошо, если бы ты реально сам ходил. Это как, знаете, вышла игрушка на Sony, где ты ходишь с таким вот геймпадом, короче, вот так вот, а? Я не помню название ее. Вот там... Ой. Вот там такая же херня, короче. Используйте медкамеру, ну. Все, мы вроде отхилились. Зайдите к лазерам охранной системы. Отключите лазеры охранной системы. А как их отключить? Положите палец на сканер. Хо-хо-хо, круто, а? Возьмите оружие, о. Эть, блин, там у меня... Давай. Них, графон, конечно, тут вот, что-ни-что, графон тут крутой. Активируйте резервный генератор, так. А что у нас тут находится? О, деньги.
Открыто. Блин. О! Твою мать, а? Hopefully it'll be too busy with zombies soon. Find the generator. I can hack into most doors and security systems, but only if they're powered. The local grid is off, so only the systems with their own backup sources patроны, work. Патроны, патроны, патроны. Together we have a chance. Ой, you're not going to make it alone. Так. По-моему, патроны там как-то перезаряжать. Вот. Ну, как в этом, в Arizona Sunshine. Это удобно, кстати. Это они малярцы, то, что они спердолили. Так, ну, пойдемте, а. Так. Угу. Ну, я готов. Такс. Так, камера. Камера там, кстати, хорошо. Ну, пойдемте. Блин, там... Убейте зомби, да убил уже, а? Я целился в голову, это я понял. Спасибо. Так, блин, надо ближе, короче, подходить, а? Сколько мне еще? Два патрона? Так, скинули, зарядили. 61 патрон. По пузу себе бьешь, блин, чтобы заряжать? Это, конечно, забавно, а? Так. Активируйте резервный генератор. Так, нам... Мужик, ты в порядке? Понятно. Флэшлайт. Чё? Ты... Когда? А как я его включить? Ой. Стоп. Инвентарь даже есть. Ладно, я понял, все. Это что только что было? Ладно. Лифария, покинь Тарею. Не, я не хочу покидать. Мне тут еще надо. Так, 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 так. Это что за So it let you go, but it raised the alarm. Go to the generator, quickly! Ох, укачивает, когда мы в этой игре ходим, реально. У него, наверное, обсидия играет в какой-то степени. О, блин, а. Обсидия неудобно, потому что ты не можешь так крутиться. Эй! Их тут до хрена, зомби первого уровня, блин, а. 8 патронов. Ну ладно, идите на меня. Оу. Не круто, я. Короче, игрушка клевая, но, блин, она была бы еще более клевая. Если бы воздушка была, во-первых, по-русски, потому что, блин, ну реально, читать. Что он делает, а? Блин, жарко. Надо было кондей посильнее включить. Так, вооружие, патроны. Она была более прикольная, знаете, вот есть такая беговая, да, типа на по беговой дорожке идешь постоянно, но, знаете, там как-нибудь подключить. Так, не нравится мне это. Давайте, давайте, давайте. Хоп. Ладно, нормально, 7 патронов. Так,
Блин, он что станет, а? Ай-яй-яй-яй-яй, телепортнулся, господи, а? Смотрите, это как в Думе, вот собачка, помните, была в третьем? Твою мать! Ух ты, блин, аж мурашки по коже. Такие игры нельзя играть. Так. Ой. Блин, твою мать, я чуть по башке себе не зарядил. Деньги. Закрыто. Иди туда. Блин, тут ему руки вообще кому-то оторвали, а? Во-о-о-о. Жесть. Так, стоп, наушник нормально все, да? Да, микрофон, да. Так. И чё? И чё мне делать-то? Так, крейт, копия. Ладно. На каком-то корабле, значит, а? О, давайте зайдем. Нормально. Так, ну я его активировал? Нет, я не активировал. Надо опять туда бежать, а? Я хожу, блин, ай. Вот. Так, дотроньтесь до слайдера и... Вот. А, вон он висит. Не совсем понятно, что делать надо. Так. И создайте копию детектор сигнал. Стоп, вот смотрите, он мне говорит то, что... 47, так, 1К 27 15, ниже нельзя. 47. Да, сдайте копию сигнала. Какого сигнала-то? Блин, а, во, еще есть. Понял. Блин, интересно сделано. Давай. Так, пониже. Во! Так, давай возьмем. Бляха-муха, так и знал. А что это? О! Золотой шлем легендарный. Какая-то хрень, шлем, непонятно что. Это вот те, которые тут лежали, блин, а? Куда? Откуда? Где? Чего? Вау.
Блин, вы гоните, что ли, а? Давай зарядим. How many zombies have you set free? A lot. A few hundred. Твою мать, а? Maybe more. Много, а? I think you've overdone it. I told you. We need to slow down the soldiers. Ой! There's too many of them. You don't seem to have any problems with killing zombies. And it improved our odds. Сколько у нас? 56 патрона, а? Патрон надо экономить. Так. Ну, давайте теперь только мы отойдем немножко в сторону и откроем. Во, возьмем все. На самом деле в Horizon Sunshine подбор вещей поинтереснее был. То есть ты реально их брал. А тут просто наступаешь на них. Так. Не, нету. Я знаю вот эти всякие, а? И по-вашему еще я в хорроры никогда не играл. Так, ух, стоп. Реально бушку шатает, да? Да, в такие игры, конечно, играть надо сидя. Вот реально, я попробую следующую запись, если она вам понравится. Если поставите палец вверх, и... Я правильно говорю? Я вообще не туда говорю. Если она вам понравится, вы поставите палец вверх и скажете, тоже Дангар, проходи еще эту игрушку, я обязательно ее пройду. Так, давайте довернемся, то реально вот... А то реально, блин. Бляха, ну что? What happened? You might have noticed that the ship isn't exactly ship-shape after all those experiments and fighting. There are power and pressure spikes everywhere. Чё за херня, а? Ладно. Так, деньги. Ну, посмотреть. Смотрю я. Хрен с вами, а? Блин, опять собака. Научился я, кажется, с ними разбираться уже. Более-менее. 104 патрона, нормально, а? Вот эти вот тоже белые еще светятся. Ага. Это что-то какой-то... Так, follow. Опять? Положите палец на сканер. Нет. Блин, он сволочь поднимется, я уверен, а? Я же играл в такие игры. Стоп, мы в начало вернулись. There's an elevator. It works now. I've already hacked the door leading out. As soon as you get up here, чего? We can move somewhere safe. Смотрите, какая хрень, а? He looks even worse than I feel. One of the experiments who wasn't as lucky as you. I hope my luck holds. Твою мать. This is waiting for you too, if they catch да. you. And me too. Either they'll chop us to pieces in the name of science, случай. Or they'll put us in vats as specimens. Не? Так, ну и что мы совернулись? Где тут лифт находится? Или мы просто зря сюда подошли? А, вон. Ну? А. А, вон. Пушка пропала. О, здрасте. Follow me. How about thanking me for setting you free, princess? Thanks for letting me out. No kiss. We're not safe here, so ну, понятно, I suggest we get the hell out of here. Она целовать нас не хочет. Вон, мы прошли первую миссию. Блин, ребята, дайте я сниму наушники 30 секунду, а?
Ох. Я просто... Ой. Я просто весь упарился в этой штуке. В ней очень жарко играть, реально. Да и кондей, на самом деле, слава включу. В этой игре еще надо быстро двигаться. И, честно говоря, у меня какое-то такое состояние. В таких играх, конечно, блин, а. Ну что ты, вот, да-да-да, вот наши геймпады. А, понятно, там опустилась вон та. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчик вверх. Напишите в комментарии, какие еще вы хотите VR-игры увидеть. Хотите ли видеть продолжение этой игры. Там сейчас сверху, кстати, у нас вот тут показываются ссылочка на наши все, ну как, название наших групп ВКонтакте, на Твиче, там, Инстаграме. Так что подписывайтесь, там много всего интересного. Что еще следует добавить, а? Всем спасибо. Всем пока-пока. Ох, такие игры тяжело играть.